вообще никто не ехал, видно, не знает, кто стоит именно. Знаешь, у смены вот Маша. Я тоже знаю, что Маша сегодня, Дима, она ночью, Валера. Я как вот две смены хорошие. Так а что, фуры все разъехались, нету что ли? Они в основном понедельник, наверное, выходным собираются. Ну, на выходные, чтобы понедельник уже быть там на загрузке. На выходные, чтобы заехать. Я не знаю, это нафиг это. Свое время. Ну, я снимаю ролик. А что снимать? А нечего снимать. Но. Пустая дорога. Я думал, больше тут по встречке, что ехать, виражи делать. А тут ничего, пустая дорога. Ну, это видно, спят, оставались. Время отдыха свое отстаивает.